Так, мы на самом деле здесь, мы просто микрофон не включали, потому что еще 2 минуты. Хитрый план. Всем Да. привет. Всем привет. Сейчас еще 2 минуты подождем. Даже 1 минута. 1 минуту. Поприветствуем остальных и начнем проходить. Я загружусь пока? Или рано? Рано. Я хочу загрузиться. Судя по всему, похоже на то. Что, у меня галлюцинации? Попробуй сделать что-нибудь. Например? Не знаю, прицелиться. Да, судя по скорости. Судя по скорости, зомби тоже будут быстро ходить, а у них реакция будет быстрее, чем у меня. Сделай что-нибудь, чтобы проверить скорость. Но только не записывайся. Это очень странно, потому что мы не меняли настройки. Даже музыка, мне кажется, быстрее идет. Да. Да, нам тоже пишут, что у нас игра сильно быстро идет. Мы тоже заметили, да? Мы тоже заметили. Так, сейчас мы попробуем. Так, всем привет еще раз, точнее, всем тем, кто остался. Мы извиняемся за задержку. Мы, честно говоря, даже не знаем, справились ли мы с проблемой. Мы вроде ничего не обновляли. Даже я могу сказать, точно ничего не обновляли. И не надо так укоризненно на меня смотреть. Ты будешь выгружаться. И это не треск камина, потому что в этой комнате нет камина. Давайте попробуем чуть-чуть поиграть по ощущениям, как будет. Да, насколько быстро мы станем зомби. Или не брать. А куда мы сейчас идем? Просто. А, мы идем вставлять маску. Ушли из той комнаты. За дверью открывается теперь очень медленно. По-моему, она бегает быстрее, чем нужно. Суперспособности. Привет, Авито. У кого-нибудь идет, нас кто-нибудь слышит? Нет, это тебе вообще. Ну, сейчас загрузишься, если что. Да ладно, все лучше. Я даже забыла схему. Своих ощущений.
вести. Нас приветствуют и говорят, что нас плохо слышно, игру очень хорошо. И что звук дублируется. Так, мы попробуем отодвинуть подальше микрофон. Да. И сделать чуть потише игру. И тогда звук не должен дублироваться. Но он и так не должен был дублироваться. Или должен был? Нет. Я забыла камеру взять, ведь эта штука с... А, да. Мы можем загрузиться. Да, сделай это. Скажите, что вы думаете по поводу скорости игры? Нам кажется, что она чуть быстрее, чем нужно. Зато теперь нет слов ил, букв ил. Действительно. Филер говорит, что вроде хорошо стало. Но судя по слову, ладно, вроде хорошо, он не уверен. Тут бы нам поблажечку дал, да? Да. Вот. А это он? Конечно. Ну и что, мне не брать тогда контейнер с топливом? Я думаю, что нет. Тогда... Если что, стреляй гранатометом. И тогда и зажигалку выложу. Зато она быстро разворачиваться стала. Нет, игра не на ПК, игра на GameCube, на эмулятор у нас на ПК. Сложная схема. Так какие-то дела хотелось сделать помимо вставления маски? Камень, тигр. Кстати, ты накаркала, и буквы его появились. Блин, я не накаркала, я просто заметила, что их не было. Тут какие-то еще странные... Видишь, выстрел в голову и... Из пистолета ничего не дает, да? Я вижу, знаю. Уходи. Нет. Ну, в смысле, дайте подальше, прежде чем стрелять. Регион США, да. Ну вот, голубой у нас есть. Мне кажется, звук стал очень такой трескучий. Да. Но это, скорее всего, связано со скоростью звука. Ух ты. Да. По-моему, второй камень был необязательный. В оригинале. В смысле второй, а первый? А первый какому-то сюжетному вел. За второй давали магнум. А, мы ее просто открыли. Да. Я вспомнил. А это что, уборщик? Он вывалился? Перезарядись. Дневник, который теперь очень быстро. Ну вот, Итчи, то есть. Да. Знаменитая фраза. Thank you.
Да, вот как раз сейчас они. Кто? Аган жалуется, что он не успел прочитать. Я же тебе говорю. Извините. В кратком пересказе здесь происходит следующее. Уборщик медленно заражается, и он описывает свои ощущения от этого. Точнее, заражается он быстро, а медленно развивается вирус. В принципе, не могли не заходить в ту комнату, там ничего ценного не было. Медленные двери стали еще более медленными. Как ни странно, да? Но все они, по идее, должны открываться быстрее. Скорость-то увеличилась. Да. Это парадокс дверей резидента. Возможно, скорость увеличилась за счет скорости дверей. Мне это напоминает особняк в третьем резиденте, который церковь. Филлер, да, регион США. А на что это влияет? По-моему, он уже спрашивал. А он пропустил ответ. Mm-hmm. Либо нас опять плохо слышат. Зато она будет быстро спускаться по этой лестнице. Я ее всегда не любила. Спрашивают, какой по счету была эта игра в серии Resident. Я затрудняюсь ответить. По хронологии она точно вторая. А вот по счету, по-моему, она вышла до четвертого резидента, после под Вероника. Да? А после Zero или до Zero? После, наверное. По-моему, нет. По-моему, Zero на волне успеха вот этой части. Неприятно, да? Да. Привет всем, пришедшим. Хотя, судя по количеству людей, скорее ушедшие. Просят убавить игру, подожди. Неприятный момент. Ой, тут что-то выпало. Привет, Вульт 16. Опа. Лишнюю гранатку. Спрашивают, присутствуют ли здесь головоломки. Да, они присутствуют, но не часто встречаются. Пошли сюда ради патронов. Что-то еще определенно должно быть. Ну, вроде ничего нет. Вот. Какую-то металлическую штуку. А где тот зомби, который раньше на кладбище был? Я думаю, он ушел. Но обещал вернуться или не обещал? Не знаю. Может, он переместился куда-то в дом? Ну, это Форестом попахивает. Есть варианты концовок. Да. Как в оригинальной части. Что самое интересное, потом выясняется, что
Правильная концовка, другая, которой не было в игре. Я так полагаю, это сюда вставляется. Ух ты, действительно. Я просто помню здесь такие штуки. И куда теперь идти? Обратно на кладбище? Давай сходим, да, на кладбище. Блин. Хотя мне кажется, мы что-то упускаем. Но здесь она что-то прям вообще быстро-быстро бегает. Прям вообще-вообще. Интересно, с чего бы это все произошло? Кейт жестами показывает мне, что я виноват. Но это не так. Это не жест, это мимика. Жаль, что мы без веб-камеры играем, да? Возьми пистолет, чтобы... Чтобы что? Чтобы не тратить патроны для гранатомета. А, сюда нельзя пройти. Сюда нельзя пройти? Да. Как так? Потому что здесь закрыто. Ну, очень странно. Ладно, нельзя, значит нельзя. Ну, откуда-то можно выйти, может, оттуда можно выйти? Или нет? Мне кажется, нет. Мне кажется, там тупик. Ну, а как же тогда проходить? Значит, как-то по-другому. Ладно, давай подумаем, что у нас еще есть. Да, здесь... Что здесь было написано? Большинство нас тоже сожалеет о том, что мы играем без веб-камеры. Но у нас ее и нет, собственно говоря. Да. У нас есть еще закрытая дверь, которая ведет в парк. Где? Она там, где Форест. Парк? Да, вот. А, ну мы туда не сможем пройти. Да, у нас только один ключ из трех. Из двух. Из двух? Из двух. А может, в этой игре что-то упростили? Филлер говорит, что, возможно, включены какие-то спидхаки. Но самое интересное, что мы с момента предыдущего стрима даже не запускали эмулятор. И вроде пробежались по настройкам несколько раз. И ничего такого не нашли. Единственное, что мы включили ограничения по FPS. У меня вопрос. А что значит красным локации выделенные? Почему одни зеленым выделены, а другие красным? Ну, судя по описанию сверху, написано, что они в процессе исследования. Возможно, мы там не все взяли, и это так отмечается. Ух ты. Прикольно. Но я не уверен, это мое предположение. Да, я думаю, ты прав. А что мы могли здесь не исследовать? Возможно, здесь дверь не открыта. Ну, пойдем. Кто знает. Возможно, мы в каком-то столике. Что, в каком-то столике ценный предмет, который мы пропустили? Да, но не знаю, на какой ценный. Вот, Филлер говорит, что там что-то есть. Где? В красных комнатах. А-а-а. Но это расплывчатая формулировка. Везде что-то да есть. Ну, предметы, которые можно взять. А что в главном холле есть? Вот эта дверь. Вот. Нет, он все еще красный. В Zero вещи можно отслеживать, да. Там их можно складывать на пол. Да. Что очень удобно. И непонятно, почему не пользуются персонажи всех частей замечательной способностью кинуть предмет на Потому пол. Потому что у них есть волшебные сундуки. Зачем складывать вещи на пол, когда есть сундук, который транспортирует вещи? Куда теперь идти? У нас есть какой-то ключ невыброшенный, так? Ну. Я думаю, что нужно походить с ним. Тогда все-таки нам надо было сюда. Да. Ну, хорошо. Филипп говорит, возможно, внизу. Что внизу? Может, предмет какой-то именно. Нам нужна более четкая подсказка, что же внизу. Да. Слишком недогадливый. Кстати, здесь есть трава. Да, я специально здесь побежала.
Ну, может быть, травы уже нет. Мы же помним, что она там. А, нет, есть. Хм. Странно. Почему? Я же даже не лечилась. А, у меня почему у меня зеленое здоровье? Ну, очень странно. Меня же зомби это цапали. Или в этом прохождении нет? А, да, да. В этом прохождении нет. Как так? Ты же... Вот сейчас еще второй станет. Может, не встанет. Я надеюсь, что этого не произойдет, но... А он хорош. А ты нет. Форста не задела. И то хлеб. Ну как не задела? Сначала задела, потом не задела. В смысле не задела? Его вообще не задела. А, в смысле не взорвала? Да, я говорю, хоть Форста не задело. Может, я себе в среднем уровне разговариваю. Так, это мы выкладываем. Можно с дробовиком походить? Да. Только с другим. Да. Интересно, патроны подходят ведь? Ну. Вот, еще у нас вот эта штука есть. Но она как раз в парк. Ну да, я и говорю, у нас есть. А с ключами что, у нас нет ключей больше? Mm-mm. Есть дробовик, возьми его. Да, да. Да. Нету больше ключей. Mm-mm. Может, там серьезно одна штука? Давай сходим туда. Сохраняться будем или нет? Давай сохранимся на другой свод. Я еще траву с собой возьму. Филлер пишет, что Capcom подтвердили разработку 7-й части Резидента. Здорово. Но никто не сомневался вообще. Ну да. Я надеюсь, там будет Клэр. Или Ребекка. Или и Клэр, и Ребекка. И Джилл. Кстати, я сегодня наткнулся на какую-то статью, что у новой Кастельвани оценка 6. Филлер предлагает нам взять ключи, если они у нас есть. Нету, нет. Да, у нас нет ключей, у нас единственный ключ — это комнаты с костюмами. Да. Мы, короче, где-то что-то проворонили, потому что быстро ходили и... Потому что у нас скорость симулятора быстро. Да, можно все списать на нее. Вот здесь вот что-то... Ну, здесь, скорее всего, топливо, да? Да. А что в той комнате, которая... Которая какая? Которая маленькая? Куда да. камень вставлять? Там тигр. А-а-а. Там тигр. Как бы. Так, а что за красная комната наверху? Не знаю. Я уже переключила. Но в любом случае есть на них. Филлер говорит, что в новой Кастельвании много пафоса. Но в предыдущей части тоже было достаточно. Какой? Который Lords of Shadow? Да, который Lords of Shadow. Она мне не понравилась. Не понравилась? Нет. Почему? Ты же ждешь эту часть. Я жду любую Кастельванию. Я ждала Кастельванию, не такого. Ну вот, она уже за бок хватается. Хорошо, что мы сохранились, да? Да, вот смотри. Филипп спрашивает, если мы забрали тигра. Но тигр нам больше ничего не дает. Как не выстрелить воздух? Случайно. Сегодня прям не мой день. Можно постучать тигру по голове, вдруг он отдаст. А вдруг реально у тигра находится последняя... Да, вполне возможно. Но где взять желтый? Слушай, желтый камень раньше был. В
часах. В часах? Нет. Да? Нет. Мне казалось, что там была какая-то комната, в которой отключаешь свет и начинает... Да. Была такая комната. Эта комната была где-то с рогами, если не ошибаюсь. Вверх, стреляй вверх. Ноги. И не в пустоту. Он и так умер от двух ударов. Зачем ты мне стал сбивать и говорить? Я хотел, чтобы ты втором. Втором? Вторым ударом снесла ему голову. Мне кажется, ты очень многого хочешь. Роман предлагает погладить тигра. О, это очень мило. Погладь. Может, мы здесь... Вот это вот что такое? Почему они здесь все, во всех комнатах? Очень неприятно. Да, уходи отсюда. Зачем ты сюда пришла? Я думала, здесь что-то есть. Нет. Он что-то сказал недовольно, это слышал? Он как бы мои мысли процитировал. Будет забавно, если здесь опять будут эти ужасные... Если ты проиграешь, то буду играть я. Ну, я пошла к этому, к Форесту. Но здесь тоже ничего ценного нет. А что за лестница наверх? Это не лестница наверх. Где лестница наверх? Вот за углом. Ну, это на кухне, это вниз. А. И лифт, который не работает. Он же должен работать вроде. Кто тебе такое сказал? Лифтер? Да. А что здесь ты хочешь найти? Да я просто пробегаюсь. А, да с часами у нас была другая головоломка, это не. Кстати, мы нашли скриншот с предыдущим прохождением, а там у нас было 9 часов. И там нас змея ранила, и Джилл просыпалась в комнатке. Так, дальше кухня, да, но... Там вроде ничего нету. Да, на кухне ничего нет. А здесь что за комната? Ну где? Красная. А, это комната с костюмами. Комната с костюмами. Та комната туда без ключа, который мы потом получим. Ладно, беги вставлять. К Форесту. Да. Тут будут собаки. Они наверняка меня опять цапнут. Иди пешком. Они не такие страшные, как Splinter Cell. Да. Полечиться? Да. Даже не наполнила. Да? Да, там было всего 2 травы. Я думала, после того, как мы этот гроб на колесиках спустим, жизнь наладится. Ну, у мужика, который там лежал, она временно наладилась. Он наконец выбрался оттуда. Что? Это я неправильную дорогу выбрала. Почему? Потому что здесь куча зомби. Да. Надо было через верх идти. Возможно, они не будут там приставать. Я уже по их стонам слышу, что они не будут приставать. Голос. Вот так вот. Перезарядись. Ну я крутая, да? Так должно было быть с каждым. Рано. Там еще справа идет. Дядю ни за что задел. А в окно можно выйти? Выйди в окно. Закрой окно с той стороны. Это нехорошее предложение. Она как будто прям с экрана на нас выйдет сейчас. Да, в тумбочках тоже вроде ничего нет. Но обычно там ключевые вещи не прячут.
Это было бы слишком неочевидно. Да. Кстати, они обычно лежат и блестят. Кстати, тут всего двое зомби, а вы четверо. Или это в другом месте четверо? Было трое, здесь трое. Ну зачем? 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 Хватит. Я буду специально опускать. Да ты специально не делаешь. Думай так. Не надо так нервничать, хорошо? Вот за что мне нравятся дробовики, так то, что они бошку разрывают в эту зону. И что Роман подкалывает тебя. Нет, не стреляй в него. Почему подкалывает? Потому что у тебя дробовики не разрывают. Разрывают, у меня несколько... Чистить. Тут собака одна. Пес. Думаю, стоит взять пистолет, а то у нас не останется патронов. Да, здесь всего одна. Тут подстава, да? Как так? Ой, нет, не комбайн. Вот. Все, вставляй. Почему ты считаешь? Что просто поверь. Что ее нужно сначала исследовать? Да. Нет? Нет. А я знаю. Я знаю. Да, это я дурак. Я же помню, что там с этой штукой надо что-то делать, что надо вытаскивать. Ну вот, теперь снова выходить. А она вытащится? Да. Поэтому и показываю, что там есть предмет. Роман пишет, что он тебя не подкалывал. Это только ты можешь гадости говорить. Не обидно видеть, как патроны. Люди старались, сделали патроны, а ты их выпускаешь молоко. Такое ощущение, что это ты патроны делал. Это вот смена камеры, она меня немного... Почему фальшивка? Почему она называет эту медальку фальшивкой? Давно мы сохранялись, кстати? Да. Очень давно? Ну, прилично. Да не, мы после босса сохранились. У тебя появился реальный шанс справиться. Это звучит как реклама чего-то. У вас появился реальный шанс справиться. Всего за 10 долларов. А вот эту штуку надо с собой брать или нет? Надо. Ты уверен? Да. Ну ладно. Тоже по нему соскучились. Руки кривые. Я нажимаю на середину между стрелками, и она бежит в бок. Печальная история. Да.
Она могла бы стать печальной для Джилл. Надеюсь, мы думаем правильно. Да, конечно. Чё же ещё? Раньше туда не могли попасть, сейчас попадаем. Меня вот смущает только, что ты сказал, что нужно вот эту вот эмблемку брать. Возможно, у нас потом места для чего-нибудь еще не хватит. Возможно, у нас сейчас место... А, сейчас места у нас хватит. Все продумывалось. Я через второй этаж, наверное, пройду. Да. Только сделай это сейчас, чтобы мы убедились. Что сейчас сделать? Ты не знаешь, что с этой штукой делать? Эх ты. А что с ней надо делать? Ее надо вставлять. Туда? Да. Ну, ладно. Что за сделай это сейчас, чтобы мы убедились? Ну-ка расскажи поподробнее. Но там же нужно вынимать этот... Не нужно. А где нужно? В каких-то других местах, но здесь не нужно. Ладно. Ну, по-моему, это с такой же штукой. Или мы по отдельности найдем? Что это было? Опять кто-то дверь открыл. Очень страшно. Может, это Барри был? Алибасов? А ведь потом будут хантеры. Да. Подстава. Ах, я же говорю, не мой день. Может, она сюжетно ломается все-таки? И там еще кто-то выбежал. Сколько страху нагнали на чем? В игре. А, да, это просто квинтэссенция страха. Но, не знаю, в Silent Hill мне было страшнее играть. Любой. Я просто боюсь вперед идти, чтобы на него не нарваться. Или идти. Как зовут пилота на вертолете? Брэд. Роман даже фамилию помнит. Откуда он здесь появился? Это он дверь открыл? Да, открыл, закрыл. Я думала, они, если открывают, то выламывают их хотя бы. Но я надеюсь, сейчас хоть собаки не выбегут. Ох, помню, я пробовал с Брэдом встретиться во второй части. А кто не пробовал? Как же Алибасов. Почему? Не хочу спойлерить, но неудачно кончилась наша встреча. Для тебя или для Брэда? Для обоих. По-моему, ситуация как ситуация. Ну... Кстати, в этой части раз нам показали, как он сбежал? Не знаю. Так у нас патроны-то есть? Кстати, в соседней двери есть трава, или мы все собрали? По-моему, все. Еще ближе подойти к нему. Вот если ты сейчас... Почти пистолет. Ну не забивай.
сбивает им голову, не всегда сбивает. Ты же видел, что я в голову стреляла? Не надо на меня так укоризненно смотреть. Супер вблизи. Ну просто добить его можно было из пистолета. Вообще я бы на пистолет переключился. Но сейчас будет близко этот Crimson Head. Ты хочешь, чтобы я его с пистолета убивала? А ты можешь? Нет. Тогда убивай дробовика. Спасибо. Вот, его можно было с пистолета. Ладно. Подпусти его поближе, прицелься сразу вверх. Я прямо как отец на охоте сына учит. Здесь, возможно, неприятная встреча с собакой. Надо бы полечиться. Жаль, что мы не спорили. Даже осматривать ничего не пришлось. Но ведь здесь написано то же самое, что и написано на медальке. А что написано на медальке? Что-то там про ветер и крест. Роза ветров. Что у нас здесь? О, тут какая-то дорога вниз. Да. Интересно, и куда нам, прямо или... Попробуй туда и туда. О, электрошокер. И спрей. Но спрей мы пока, наверное, брать не будем. Ты можешь преодолеть это или сдаться и умереть. Выбирать тебе. Надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Внезапно заговорил Филлер. Это цитата откуда-то? Нет, он просто нам угрожает. Или взять. Вот, возьму. Взять? Дробовик пустой. Бери. Уже не пустой. Мне кажется, вот эта дорога на кладбище. Да. Угу. Ой-ой-ой. Мне это место четвертый резидент напоминает. Куда идем, туда или... Я думаю, в большую дверь. Ну ок. Но, насколько я помню, ни там сохранения нет. На кладбище есть. Но там неприятном месте сохранения. Я бы сказала, что обычно люди в таких местах сохранения не делают. Что? Вот радио. Jill to Brad, can you hear me? А если бы мы не взяли то радио? Shit, it's broken. Ну, было бы то же самое. Там собака. Да. И что делать? Стреляй. Стреляй с дробовика. Не умри. То стреляй с дробовика, то не стреляй с дробовика. Вот так вот. А, тут травушка. Надо было сразу стрелять из дробовика и не тратить патроны пистолетные. Вот там две травы даже. Ух ты, плохой знак. Да уж. Это лифт, по-моему, да?
помню. Да. Это странное место. Это лифт? Да. Возможно, эти ворота открыты. Да, ну, собственно говоря, идти-то больше некуда. Возьми пистолет. Ты думаешь? И перезаряди. Потом перезаряжу. И стреляй издалека. Здесь нам... А, здесь потребуется... Коловорот? Да. Квадратный. А ты откуда знаешь? Ну, потому что она так сказала. А, да. Я привык доверять Джо. Ну, она на глаз определяет. Ну, хотя это, наверное, не так сложно. Я думаю, спецназовец может определить. Круглый или квадратный? Да. Нет, круглый не подойдет. Квадратно-гнездовой. Способ мышления? Да. Так. А тут еще куда-то можно пройти, да? Или нет? Нет. Да-да. Где рычаг, спрашивает киллер. Мы сами себя спрашиваем. А мы должны были его уже найти? Нет, я вспомнил, где он. Где? На кладбище. На кладбище. Кто ж хочет? Мне вот что не нравится в сценариях Резидента Первого. О, я патроны нашла. Ух ты, круто. Ален бы перебрал. Говорит киллер. Возможно. Ну, он на лодке переплывал в озеро. Ты думаешь, он бы не нырнул? Я думаю, не стал бы. Так вот, что мне не нравится в сценариях Резидента, то, что один сценарий исключает другой. Было бы интересно, если бы они взаимодополняли были... друг друга. Да, как во второй части, например. Ну, во второй тоже исключает. Нет, но это если за разных проходить. А так, сначала то идет все нормально. Ой, там что-то красное. Фитиль видит. Птички. Это не фитиль, это флюгер. Флюгер. Прессет? Да. Зачем? Я не понимаю, что происходит. Оставим эту вакханалию. Нет, покрути. А он может в другую сторону? Я думаю, да. А. Что это был за звук? Может, сначала найдем собаку, почитаем, что там пишет? Хотя нет. Можно попробовать два оставшихся. Барри? Непонятно. По-моему, Forest Outside Mansion. Stay away. Forest Outside Mansion? Да. Forest Outside Mansion? Forest вышел на тропу войны. Ты же сказал, что он не выходит. Я сказал, что возможно он не выходит. Ты же знаешь этого Forest, как его удержишь дома? Forest дома не сидит. Он Форест Гамп пересмотрел, да, и... И он говорил, что он инфектор. А, кстати, тут синий. Синий петушок. Вернись. Синий петушок дальше? Вот он. А, да, действительно. Надо, чтобы собаки смотрели друг на друга. А ты их отвернула.
вторую тоже лицом повернуть, я думаю. Я боюсь сюда возвращаться, потому что Forest Outside Mansion. Возможно, не послышалось. Да ничего не послышалось. Я сама все это слышала. Я слышала, что он говорит Forest. Я думаю, зачем он говорит Forest? А, он сказал лес снаружи особняка. Это лес. Я уверен, что Форест тут ни при чем. Да, конечно. Ну, ты же понимаешь, что это логично. Стал бы он рассказать нам. Вот так или нет? Нет. А чтобы как? Она на камеру смотрела. Ну, скажи, в какую сторону должен быть. Просто покрути в оставшиеся три. Ну, это не так просто. Вот. Вот так? Я думаю, да. Филер говорит, что у них что-то с рацией. У них что-то с Форестом. Он не здоров. А вот собаки. Посмотри им в глаза. Не хочу смотреть в глаза собакам. Я уже другим посмотрела. Что-то не то. Значит, они должны в обратную сторону смотреть. Почему в обратную? Не знаю. Почему ты считаешь, что в обратную? А почему там не одна, ну, друг за другом, например? Ну, это нелогично. Ну, там какое-то предложение. Ну. Ты же хочешь, чтобы обратно было. Я их разворачиваю обратно. Может, они на ворота должны смотреть? Ну, там было английское предложение. Кто у нас спец по английскому? Форест. Давай подождем его и спросим. Подождем? Это уж как получится. Так, она должна быть в обратную сторону. Начинаем. Вот. Что, вызова недостаточно, допустим? Нет. Может, одна собака за другой? Нет. Когда... А, может, они реально должны не смотреть на ворота? Ну, типа, собаки не смотрят на ворота, а мы можем пройти, потому что они не смотрят на ворота. Там, по-моему, написано, что должны быть удовлетворены их желания. Одна месть, а другая что-то другое. Дистракшн, уничтожение. Ну, я их желание не могу удовлетворить в этом плане. Вернуться случайно. Боль 16 говорит, что как ворота, как на воротах собаки стоят, так и здесь надо сделать. Они там стоят на воротах? Все нормально, они просто должны быть отвернуты. Ты думаешь? Там же щелкнуло что-то, да? Да? Хорошо. А где на воротах собаки? Нет на воротах собак. Все, они просто должны не смотреть. Какие-то кривые ворота. Что это? Кладбище. Звуки я имею в виду. У тебя медалька с собой? А что? Иди вперед. А ворон будет стрелять? Нет. Они тебе ничего плохого не сделали. Нет. Заходи на кладбище. Куда? Вот сюда, здесь дорожка какая-то. Какое колоритное место, да? Ну не хочет что-то использовать. Подожди, почитай, что там. Мне кажется, там что-то вращать нужно.
здесь, кстати, винт. Да. А вот слева на могиле что-то отгадано. Нет. Почему нет? Посмотри на слева на могилу сначала. Я думаю, нам их сюда надо будет вставить. Ну, может, порядок нужно. Две вертикальные линии. Крест. И три горизонтальные. А, возможно, там сзади будет эти линии. Филлер нам предвещает плохую судьбу. Почему? Говорит, что нас заклюют вороны. А тут две горизонтальные, крест. Нажми на. Она ничего не говорит. Я думаю, все в порядке. Там сзади есть. Смотри, допустим, месяц сначала. Тут есть кнопка, нажать ее. Нажми. Так, звезда. Звезда — это крест. Ну и солнце — это... Три полоски. Да. Что теперь? Вставлять их? Да. Ты уверен? Да. Что-то какая-то странная головоломка для резидента. Тут взял и там вставил, что ли? Очень, очень странно. Спроси у Филлера, заклюют ли нас вороны, если мы так... Он говорит, что заклюют. Вставляй, узнай. Я не хочу, чтобы нас заклевали. Вставляй. Убежишь быстро. Не убегу. Там даже не приходилось последовательность выбирать. Да. Что-то как-то обмельчал наш резидент. Очень неприятный звук сейчас был. И это не Форест, судя по... По женскому крику. Судя по женскому голосу. Да. Хотя... Тут статуя какая-то. Вольт пишет, молодец, Кейт. Но я тоже помогал. Ты не помогал, ты укоризненно смотрел. Я тебе говорил, давай, сделай это. Мы сфотографируем тебя, а потом разместим фотографию на стриме, чтобы все видели, как ты укоризненно умеешь смотреть. И поняли, под каким прицелом я играю. Вот так ты вот. Бы так в зомби прицеливалась. Да, мы боимся. Особенно ты, да? Да, только не говори, что здесь будет. Кто? Я или ты кому-то? Филлеру. Избушка. Избушка лесника. В третьей части была такая избушка похожая. Угу. Там что-то надо было пролазить. Да. Ничего не лежит. Заходить? Заходи.
Привет, Саммер Би. Что-то мне страшно. А что я смешно сказала? Я не знаю. Ну я все смешно говорю, так что... Мы дошли не так уж далеко. А ну как, мы надеемся, половина игры где-то есть, я думаю. Кто-то уже зажег для нас костер. Ну я надеюсь, все-таки не для нас. Машинка. Сапог. И тапок. И ящик. Я вот это выложу? Да. А возьму... Вот так вот. Да? Привет. А что ты взяла? Я просмотрел. Я ленту не взяла. Да. Она у нас последняя? Конечно. Не вдохновляет. Может быть, там еще лежит? Нет. Я специально подальше держу, потому что знаю, что у нас есть люди, которые любят читать. Да. Все, можно перелистывать? Да. Тут прям какой-то это, сленг. Угу. Ну, маленькая девочка пишет. Филлер говорит, убери магнум. Действительно, зачем он тебе? Как зачем? Побереги его для хантеров. Очень странно, что он не попадали с ленты. А потому что мы в особняке шиковали, я считаю. Никогда так часто не сохранялось. Всегда так часто сохранялось. Я думала, там заставка началась. Вот назад иди на нас. Зачем? А что ты хочешь? Я хочу выложить... Сагну? Не. Ты что, ты думаешь, мне выложить магнум? Или что-то. Либо... Ладно. Если что, свалим на Филлера. Он нам сказал. Да-да-да. Филлер не спойлери. А что он говорит? Он спрашивает что-то. Что-то спрашивает? Он, конечно, имеет в виду Лиза Гарланд из Сайлент Хилла. Да, это ты стримом ошибся. Да. На, она все равно в третьей части уже была. Ой-ой-ой. Нам мне просто... кажется, нам пол лица отсекли, судя по звуку. Нас не убили. Что у нас теперь есть? У нас есть теперь клевый стартер. Да. А, она за нами сейчас побежит по... Не знаю, кто за нами сейчас побежит. А кто-то за нами побежит? Ну, Forest Outside. Но я, честно говоря, не понимаю, почему нас не убили. Блин. Ты решил вернуться? Нет, здесь... Или это как в четвертом Silent Hill? Да, это как в четвертом Silent Hill. Я просто не совсем поняла, куда тут бежать.
Нет, пробеги мимо. Я бы даже прошел. Пускай они там вместе встретятся. Может быть, они найдут друг друга и заживут счастливо. Сегодня на наших глазах сложилась пара. Давайте поздравим Лизу и безымянного зомби. Кривой старпёр. Да, так его еще никто не называл. Так, тут ворона, мы помним. Киллер говорит, что Форест ходит где-то. Да, это неправда. А где он ходит? Можно поточнее координаты? Нет. Я хочу знать. Может, он здесь ходит. Кстати, играл кто-нибудь из присутствующих в Operation Raccoon City? Вот такой у меня неожиданный вопрос. Спросил, как плюнул, да? В душу многим людям. Сейчас, возможно, резко начнут уменьшаться количество пользователей. Просмотров, ты имеешь в виду? Да. Возможно. Но мы же не сказали, что игра нравится нам. Это было следующее предложение. Все молчат, стесняются. Больше 16 говорит, что он не играл в Operation Raccoon City. А, не играл. Жаль. Мы должны ее порекомендовать, пока не закрыли сервера. То есть ты хочешь порекомендовать игру, которая скоро закроет сервера? Да. Она хорошая. Но сюжетная часть, в сюжетном плане, конечно, ее не стоит расценивать как что-то. Но в мультиплеерном там есть интересные задумки. Да. Вот и дорожка нам расчистилась. Штука нам еще понадобится, как ни странно. Я помню, что на нас будут змеи падать. Но в первой части не падали. Да, тогда постараюсь пройти это поскорее. Мы, наверное, дойдем до следующих лент сохранения. Если они будут, но мы очень надеемся, что они будут. А куда идти-то? Куда идется? Филлер говорит, что вот что-то зависит от прохождения слезы травы. Разве? Второй диск сейчас будет? Не. А я и забыл, что тут есть второй диск. Мне кажется, второй диск в самом конце. Я помню, что в первой части здесь уже были ханты. Они нападают? Нападают. Они потом будут. Куда идти-то? А в фонтане ничего нет? Слушай, нам нужно в комнату с Лизой. Почему? Я уверен. Почему? Вот уверен, что там... То, что было закрыто досками, что там сейчас открыто. А что там было закрыто досками? Что-то было закрыто досками. Ну, ты спустился туда, взяла там кривой старпёр. Хотя, возможно, нет. Возможно, мы оттуда появимся. Да, мы оттуда появиться должны. Я сейчас пытаюсь понять. А что вот за серая дверь? Я сейчас пытаюсь понять, как туда попасть. Возьми пистолет. А у меня что было? Дробовик. А что там за белый листок лежал? Не хочется возвращаться. Мы не знаем, где аккумулятор. К сожалению.
Мне кажется, что он в первом лифте, по которому мы спускались. Мы ведь спускались по какому-то лифту. Возьмем? Да. Сейчас будут собаки. Всего лишь не... О, избушка. Еще да. одна. Ну, здесь по-любому должны быть. Вот, для лифта требуется аккумулятор. Здесь, по-моему, будет растение. Да. А что ты спойлеришь? Вот когда я спойлерю... Это... Вот, видишь, растение растет. Это трава. Ну, она растение. Это трава. Нет, мы так не сможем. Нечестно. Здесь же статуя должна стоять. Посмотри по карте, что тут у нас. По карте пока ничего, но я помню, что сохранение вот в этой комнате. Давай. Или нет? Сейчас узнаем. А ты не помнишь? Ну, а я вот, кстати, не знал, что змеи травят. Конечно, не травят. Помню. А зачем, по-твоему, нам дали? О, слышишь музыку? Да. Сейчас у нас музыка довольно-таки приятная. Ну, потому что мы знаем, что это комната сохранения. А страшная музыка была, видим, в коридоре. Да. Да, там было страшновато. Я хочу траву смешать. У меня там летает одна зеленая. Да. Ultimate Mix. Так ты ее называешь. Нет, там мы змей... Еще пауки, по-моему, травят же, да? Да. Мы змей заметили, но я думал про пауков. Так, ну что, сохраняться и все? Я думаю, да. Или ты хочешь чуть подальше пойти и сохраниться? Ну да. Давай. Туда я ленту выложу. Сейчас мы вернемся к этой страшной музыке. Как вы и просили. Мне, наверное, траву выложу. Давай. Или оставить? Выложу. И коловорот? Да. Ты можешь взять зеленую траву и смешать ее с синей. Которая снаружи растет. Облизом снаружи синяя трава. Ты что, я ее собрала? О, у нас новый зритель, который раньше смотрел стримы скрытно, а теперь решил зарегистрироваться и поучаствовать в дискуссии. Здорово. Здорово. Жаль, что ты пришел поздно, мы уже скоро заканчиваем. Можно я дробовик возьму? Попытаюсь найти дверь. А, вот она. О нет, только не эта музыка. Все нормально. Хотя бы нет каких-нибудь криков умирающих енотов, как в Silent Hill. Ты думаешь, там именно они? Ну там что только не использовалось. Тут закрыта дверь. Так, нет, не сюда. Не надо его двигать, надо в другую сторону. А, он смотрит стрим с самого начала. О. Значит, он в курсе нашего позора в начале стрима. Я тоже думала о слове позор вот после того, как ты сказал, что он смотрит стрим с самого начала. Вот так вот это делается. Круто, да? А, после нас будет Silent Hill 3? Да. Да? Да. Ты знал? Конечно, в 11. А,
ну, мы не мешаем пока. Да. Так, я не знаю, куда идти. Вот, кстати, вечер тематический, как кто-то просил. Как заказывали. По-моему, да. Филлеры заказывали. Да. Так, я не знаю, куда идти, к паукам или в главный холл. Если там главный холл. А там главный холл? По-моему, да. Иди куда-нибудь. Приятное место, как будто снова в особняк вернулись. А этой сцены не было в оригинальной версии, спрашивает сами Руби. Какой именно? Так, а здесь что? Вообще, это место было, да? Да, это место было. Там какая-то дыра, смотри, мне кажется, туда идти не следует. Возможно. Лизы вот точно не было. Wasn't part of our deal. Like I said, I have my orders. But it's not necessary to destroy stars. Don't be a hard dog to keep under the porch, Barry. What about my family? I will guarantee their safety. If I play my cards right. Мы видим только тени. Джилл, судя по всему, не умнее Криса, если она до сих пор ничего не поняла. Да, мы жаловались на Криса, что он дурачок. А что там про Operation Raccoon City спрашивали? Просто тогда я регался. Мы спрашивали, играл ли кто-нибудь. Просто мы... Джилл! Барри, I heard someone talking. Oh, you heard. I think age is starting to take its toll. Talking to myself is becoming a bad habit. Talking to yourself? You all right? What's gotten into you? I'm getting worried, aren't I? But don't, I'm all right. I guess this creepy mansion has gotten to my nerves. Anyway, I think I'll go outside, get some fresh air for a change. Don't worry, I'm just going to get some fresh air. I'm lucky I'll get to waste some monsters along the way. Ну, в общем, у них произошел какой-то непонятный разговор. Наверное, она начала что-то подозревать. После того, как Вискер сказал Берри, что нужно уничтожить Старс. Мне кажется, тут можно что-то заподозрить. Но она же не сказала, ах, Барри, что ты творишь? Угомонись. Так вот, насчет Operation Raccoon City. Мы недавно играли в нее, в мультиплеера. Удивились, что там до сих пор есть люди. Там, конечно, до сих пор проблемы с подключением, с поиском игроков. Но кто-то преодолевает их и играет. Даже удивились, какой у нас там уровень, там 70-й, 72-й. Да. Причем у меня 72-й. А не, разве не 40 какой-то? Нет, 70-й, это что? Точно 70-й. Вольф 16 говорит, что жаль, что нет субтитров к этой классной игре, да? Да. Очень не хватает. Но я нашел скрипт, в смысле сценарий. Там при желании можно посмотреть, попереводить. Там, разумеется, все заставки, которых у нас некоторых нету. Угу. Ну, там особые условия получения. Ну да. Ну, я думаю, туда нам идти, не сохранившись, не след. Да. А на столах ты все смотрела? Да. Ладно. Там была какая-то записуля. Филлер говорит, что даже в Gears of War еще играют. Но Gears of War все-таки это мега-игра, Operation Raccoon City. Ну, довольно-таки известная, популярная, любимая. Тобой? Нет. А что-то блестит. Да, а Operation Raccoon City многие ругали. Вейд Винстон говорит, что
Игра хоть и вышла нехотя, но кооператив был неплохой. Ну да. Да, с этим можно согласиться. Но там такие классные фишки были, вот у тех же солдат, которые там один мог, ну и превращаться в другого. Да, нет, все-таки как кооператив, который сюжетный, я буду ругаться долго и очень сильно. Почему? Ну, потому что там были сложность, от сложности зависело количество урона, который надо нанести врагу. И доходило до ужасных вещей. Там человеку приходилось полную обойму в голову высадить, чтобы убить его. И все это было очень-очень нудно. А вот мультиплеер уже лучше. Опять же, за счет фишек. Да. Ну, и там они не совсем все продумали. Некоторые классы довольно-таки бесполезны. Да. Но все равно было весело. Очень, кстати, напоминает мультиплеер в новом Splinter Cell. Ну, мне не напоминает. Не напоминает? Нет. Ну вот особенно за шпионов. Опять же эти фишки с исчезанием. Мне кажется, все равно это не то. В Резиденте как-то там и от первого лица приходится. Ну это да. Я сейчас на стриме обратил, что мы какую-то кровавую дверь открываем. Да. Ух ты, у нас ключ какой-то появился. Да. Ну вот сейчас мы эту комнату обследуем и пойдем сохраняться. Я надеюсь, нас там никто не убьет. Кстати, может быть, кто-нибудь играл и в Outbreak? Неприятненько. Да. Как зомби повесился? Хотя он, наверное, задание был зомби. Ой, сколько блескучих вещей. Ух ты. Что это? Какой-то self-defense weapon. Ну, видимо, это тот самый человек, который повесился. Вейд говорит, что для любителей хардкора, видать, такое добавили. Я забыл, про что мы говорили, что могли добавить для любителей хардкора. Ну, в Operation Raccoon City, это а, что? А, точно, точно. Но там даже на нормальном уровне сложности были проблемы с этим. Особенно хантеров. Хантеров было нереально убить. О, Вейт играл в Outbreak. Здорово. Но он не прошел ни первую, ни вторую часть. Он не понравился тебе? Это ведь, я так понимаю, первая кооперативная игра в жанре. Mm-hmm. Точнее, в серии Resident Evil. Ну, в нее же можно одному играть? Или да. Нет? Можно. А вот табуреточка от него. Филлер говорит, что он сначала застрелиться ходил. Зомби. То есть и можно... Мне кажется, он как Магнум. Ну почему я его не помню? Outbreak как-то играет по сети, пишет Филлер. До сих пор? Я на Википедии читал, что сервера закрыли. Там не, возможно... Не везет резиденты с серверами, да? Вейд пишет, что наоборот, игра классная в своем роде, весьма хардкорная на самом деле. В смысле, просто по сети играть и... Не знаю, может быть. Хотя для консоли это не типично.
написано же пистолет самоубийца. По-моему, он называется пистолет для самозащиты. Да. Или он про что-то другое. Для защиты. Возможно, в записке написано что-то. Ну, по крайней мере, записка лежала под ним. Рядом с ним. Так. Ну, я думаю, его можно выложить. Да. Я даже не знаю, может, патроны выложить от дробовика или еще пригодятся. Я думаю, пригодятся. Так, ну тогда мы сейчас сохраняемся и завершаем на сегодня стрим. Эмулятор был. Мне кажется, на эмуляторе еще сложнее с мультиплеером, хотя кто знает. Но, наверное, стоит попробовать. Там есть зомби-слоны. Да, я помню. Что-то такое там было. Так, ну на этом мы завершаем на сегодня наш стрим. Спасибо всем, кто смотрел. Еще раз извините за технические неполадки, кто их застал. А кто не застал, не думайте об этом. Да, забудьте все, что вы сказали. Ну, все, до новых встреч. Всем пока. Пока. Мы не знаем, когда мы вернемся, но все будет в расписании.